в этот шикарный Bentley Continental GT установили дополнительную навигационную мультимедийную систему. В ходе работ по установке дополнительной мультимедийной системы в автомобиль Bentley вот до такой степени разбираем. Установили дополнительную навигационную мультимедийную систему, сделали монитор сенсорным и все штатное при этом сохранили в первозданном виде. Меняйте, настраивайте оригинальную систему и с помощью нажатия штатной кнопки 3 переходите в новую современную дополнительную навигационную мультимедийную систему. Звук при этом идет в штатную акустическую систему стерео, меняется крутилка или кнопками на руле. Любое приложение можно развернуть на весь экран. Пускай это будет Яндекс.Навигатор, наиболее часто используемое приложение с мультитач-сенсорным и голосовым управлением. Алиса. Привет, Алиса. Также, если нужны какие-то еще приложения, то заходите в Play Market, загружаете на рабочий стол и пользуйтесь ими так, как будто они всегда здесь и были. GPS-тест покажет вам, как работают спутники. При включении задней передачи всегда будет в приоритете оригинальная парковочная система или нами установлены дополнительные. Так что обращайтесь, вам наверняка понравится такое решение.